Добрый день. Сегодня у нас 31 октября 2020 год. Лизка, скажи привет. Привет. Женя, привет. Скажи привет. Привет. Сегодня мы идем Хэллоуин. Зина. Да. У нас 31 октября. Да. Великий праздник для детей. Сегодня у нас 31 октября. У нас сегодня Хэллоуин. Я уже сегодня утром был на почте, заезжал в Хайви. Уже народ кучкуется, невзирая на карантин. Пошли за конфетами. Это святое. Конфеты. Даже карантин, сбор конфет не остановит. Вот. Сколько у тебя мероприятий сегодня? Нет, не надо купить. Попробуем попасть хотя бы на часть из них. Ну и немножечко поснимаем для семейного архива, да? Да. Чуть-чуть, да. Поехали. Сегодня день хороший. У нас достаточно тепло. Неделю назад у нас выпал снег. Думали, уже зима пошла. Ну, все достаточно растаяло. Сейчас у нас вот такая вот погода. Тепло. Даже для свитера достаточно. Сегодня вот такой Хэллоуин организовали при церкви. Беспорядок, коронавирус. Достаточно много народа. Вот такая организованная очередь за конфетами стоит. Ну и наши здесь встали. Все хорошо, все хорошо. Пойдем. Давай. Ну, Жень, как ты? Готов к сбору конфет? Готов, Жень. Алис, готова? Готова. Молодцы. Они всегда готовы. Вот так вот. Держи. Not on your shirt! Thank you.
Совы. Видела? Кота бери, Жень, кота бери, вон кота. О, видишь, кота. Теперь здесь рыжик твой. А уже не слон. У тебя теперь есть твой рыжик, можешь с собой в путешествие брать. Да. Да. Жень, давай, постарайся. Давай, Лиза. Thank you.
Thank you.